Я в шоке. Познакомилась. Скоро она закончится, и будем только вспоминать, как мы тут ютились. Я к ней, а меня отбрасывает. Ну, страшно, реально. Та-дам! Всем привет! С кем я? С Полиной. А вы говорите, мы не видимся. Ну, просто за ремонтом некогда. Сейчас мы ищем в туалет, мы пришли в кинотеатр на фильм... Чё там? «Достать ножи». «Достать ножи», да. Я посмотрела трейлер, очень классный. Короче, столько фильмов классных в кинотеатре. В общем, мы решили сходить, сейчас мы найдем туалет, уже разделись, и потом расскажем вам, чё как. Да, мы, кстати, идем в кинотеатр, тут свой зал. Перекрестный влог. Перекрестный, скажи, да? Скажи, прикольно здесь, да? Ну да, отдельно. Прошу. Я думала, закрылся. Ну, тут вообще все другое, короче. Тут все другое, тут все как в VIP. Смотри, какие туалеты с подсветкой. Я как первый раз. Не, я была здесь, но в туалет я не заходила. Класс. Мы пришли в кино. Сейчас реклама идет. Я взяла солененький попкорн, хотя говорят, он вредный, но я все же взяла. Ну вот и все, кино закончилось. Как тебе фильм? Блин, кайфовый, вообще классный. Да, прикольный детективчик. Девочки, я только что спросила у Полины, и говорю, Полина, как тебе фильм? Расскажи, как тебе фильм там, что Полина сказала? Хороший фильм, детектив. Я говорю, кто там снимался? А Полина говорит, кто? Кто? Я говорю, там был актер, который играл Джеймс Бонда. А что Полина говорит? Я не смотрела, я не знаю. Полина Бонд не знает, кто такой Джеймс Бонд, вы понимаете? Ты не смотрела? Да нет. Джеймс Бонд, агент 007. Кто из них? Он там в главной роли. Который умер? Нет. Так, мы смотрели фильм. Какой? С... Как это? Про ножи. С... Спасти ножи. Подожди, не спасти ножи. Я все хочу на ножах сказать. Полина говорит на ножах, а на самом деле по-другому называется как-то ножи. Что-то там с ножами, короче, связано. В главной роли Джеймс Бонд. И Полина не знает, кто такой Джеймс Бонд. Джеймс Бонд, это настоящее имя? Ну-ка набери, агент 007 Джеймс Бонд. Достать ножи называется. Достать ножи. Вот это вот что ли? Да! Посмотри, она не знает, что это Джеймс Бонд. Девочки, я его даже сняла. Полина он Бонд. Так, подожди, ты почему Бондой назвалась? Бондаренко. Бонд. Бондаренко просто Бонд, да? Да. Пожалуйста, человек не знает о Джеймс Бонде. Я в шоке. Познакомилась. Я думала, что Полина Бонд так назвала себя, типа она Джеймс Бонд. Я только она вижу, Полина Бонд. Я случайно сняла в сторис, не знаю, что там. Ты должна об этом рассказать своим девочкам во блоге. Полина, спроси вообще у девчонок, как вы думаете, почему меня зовут Полина Бонд? Некоторые думают, что сигареты такие. Даже такие предпочтения. Блин, вот напишите в комментариях, девчонки, вот почему вы думали, вот Полина Бонд, о чем вы сразу думаете? Я, когда узнала ник этот, когда я вообще ее узнала, я подумала, что это Джеймс Бонд, и она типа Полина Бонд, она типа девушка Бонда. Я даже тебе как-то так говорила, девушка Бонда. Ну, есть такое предположение. Ты знаешь, кто такая девушка Бонда хоть? Чья девушка вообще? О ком речь? Она говорит, тот, кто умер. А это был детектив там. И очень хорошо, кстати, сыграл. Ну, теперь ты знаешь, почему ты Бонд. Познакомилась. Напишите, да. Что у вас за ассоциации, когда вы Полина Бонд слышите? А мы пьем чай, короче, и болтаем. Ну что, вот наша прогулочка и окончилась с Полинусик. Что-то мы быстро попрощались, резко все время так вот болтаем. Потом уже такси приехало. Все. Покеда. Аж даже не успела опомниться. Мой малой не спит, блин. Мама пишет мне, вот он бац. Кстати, на новой квартире еще ни разу не заснул быстро. Он как бы что-то ему так классно, он прям кайфует, песни поет. Прям весь по матрасу лазит. Что-то рассказывает. Вот, его очень сложно уложить. И как мама сказала, у него такое хорошее настроение, что чтобы он лег спать, ему немного надо испортить. Поругать. И тогда он уже такой, ладно, спать лягу. И только тогда засыпает. Так, я тут так не очень хорошо тачку припарковала.
Но она на месте вроде, главное, не эвакуировали. Все, хочу домой, едем домой, меня мои ждут. Мама говорит, что ее клацает. Он привык спать при темноте, а так как компьютер включен... А что, ты не накрыла его? Я его накрыла, но в комнате-то не темно все равно. Слушай, не знаю, как он спать привык в темноте, когда он спал со мной, у нас не всегда было темно. Когда он спал со мной, было всегда темно. А ты его приучила вот к темноте. И он теперь, когда с тобой, ждет темноты. Короче, мама долго не могла уложить Дыньку. И когда я уже сорвалась, уже подъезжаю, она мне пишет сообщение, что он уснул. Рыбка моя. Темно там. Дрыхнет мышка моя. Ладно, раздеваюсь. Я дома. Ура. Девочки, вот у мамы к вам обращение. А ну-ка, скажи. Девочки, сижу и считаю, сколько осталось до 10 тысяч. Осталось 50 подписчиков не хватает, до 10 тысяч. Когда будет 10 тысяч, тогда мы отпразднуем, во-первых, ну, уже год был, правда, год и месяц прошел, да, как я, ну, стала вести канал «Мама Чоли». И хочу разыгрывать подарки, призы, в общем-то, будем праздновать. Но без 50 оставшихся подписчиков никаких подарков не ждет. Да. На самом деле мама очень старается, она прям считает каждого подписчика. Поэтому, девочки, если кто-то еще не подписан на мою маму, срочно подпишитесь. Представляете, она проснется, а у нее 10 тысяч подписчиков. Хотя, ты знаешь, мам, когда выйдет мой влог, скорее всего, у тебя уже будет 10 тысяч подписчиков. Но если вы зайдете и у нее еще нет 10 тысяч подписчиков, обязательно на нее подпишитесь. Пусть настанет тот день, когда она будет прыгать от радости. Дэнни, она сейчас учит слова и смотрит... в какой-то веселой школе. Я проснулась, девочки. Что, показать вам промежуточные моменты? Я просто почему, знаете, что еще? Я вам обещала ремонт, типа, с нуля и как. Но его надо закончить, наверное. Сейчас пока что, ну, это, ну, как бы даже минимального нет. У нас сроки немного сдвинулись из-за ванны, из-за туалета. Из-за того, что мы стрёмных рабочих выбрали. Это потом я все еще расскажу подробно. Поэтому сейчас я буду снимать, продолжать влог, как мы здесь живем. Вот, а потом уже вот прям ванна, туалет, я все отдельно расскажу, с чего все начиналось вообще с самого начала и чем закончилось. Сейчас у нас промежуточные, как бы могу похвастаться, уже почти все идет к концу, уже тут плитка лежит, ванна стоит, вот здесь вот у меня полочки будут такое. Ну, пока что просто сделают нишу такую, внизу только полочка будет. В общем, сегодня будут заканчивать ванну, туалет. Тоже расскажу вам, тут вот переделывают все за предыдущими рабочими. Вот. В общем, такие дела. Тут у нас до сих пор еще разруха. Что еще привезли? Что привезли? Привезли тумбу мою. Вот она стоит. Там видно, вам не видно. Тумба вот эта моя. Смесители вот я купила. Могу показать, какие смесители. Вот они. Я их купила. Классные. Мне их посоветовали. Как-то они мне сразу понравились. Они такие беленькие тут. С водопадом. Ну, да, потом скажу цены, что сколько стоит, все посчитаем. Вот, такой. Это идет ванна с душем и смеситель на раковину. Вот, все это должно у нас стоять. Так, Денька, вот в таких мы условиях пока. Сейчас освободили, кстати, балкон, потому что на балконе рабочие работают, чтобы не пылить. Вот там у них лежат, они там лежат плитку. И это на самом деле... хорошее решение, чтобы нигде не пылить. Мы закрываем их, они там пилят и идут выставляют уже. А также наш холодильник там. Пока что все вот так вот набросано. А, вот я еще что купила. Это батарея. Она здесь, короче, с регулятором. Тут можно выставлять. В Леруа ее купила. Стоит, ну, 7 тысяч, короче, там 6990 с чем-то. Вот. Можно выставлять. А летом можно вообще выключать. В общем... тоже расскажу, почему электрические, не водные. Мы водные замазали там. Вот, Денька тут играет. Играет, изучает. Мама Чоли тут вот пьет чай. Что-то мы попростывали, да, с тобой? Нос, горло у нас. Вон, сопливчики валяются. Это первая ночь наша нас продула. Потому что после этого мы заболели. Да? Ну да, как-то мы это... что-то начали уже держаться, там такие, там сопли, кашель, и вроде оно волнами. И вот сегодня опять ветер сильный. Вчера хорошая погода была, а сегодня опять ветер сильный. Вот.
Ну, хоть я развеялась, сходила на самом деле с Полинкой, развеялись мы, я прям отдохнула. И с новыми силами можно продолжать ремонт. То что? Как будто у меня нос заложен. Варю себе уже время 12 часов, я только кружку кофе выпила. Сейчас варю себе овсяночку. А Денечка у нас тут что делает? Ест картошечку и печенька, а скорее всего печенька. Мы ему сначала дали печенье, а потом я решила ему разогреть картошки. Он любит картошку, но вот это печенье все сбивает, по-моему. Так, что еще? Плиточники пришли, работают вдвоем. Так что сегодня, надеюсь, что что-то будет уже понятно. Так, завтракаем. Я думаю, с малым сходить в торговый центр на 3 часика хотя бы. Потом вернуться домой. Вот. Слушай, а пылюка стоит, да, немножко? Смотри, смог такой. Это вот от пылюки, да? Это вот пылюка, да, вот это? Такой лес. Смог, да, пыльный смог. Зайка, ты что-то выбрал? Тебе что-то понравилось, да? Что тебе понравилось? Покажи пальчиком. Я подумаю над твоим предложением. Что тут? А? Нравится что-то? Покажи, вот это нравится? Светленькая такая, беленькая, а вот беленькая. Ну-ка посмотри, там что там еще есть. Листани. Короче, Деня пока выбирает все. А я говорю, такая стою у печечки и думаю, есть вот в этом какой-то все-таки свой шарм. В том, что мы сейчас живем в таких условиях. Что-то в этом есть. Скоро оно закончится, и будем только вспоминать, как мы тут ютились с коробками, сумками. И с рабочими вместе. И с пылюкой с этой. Вообще из дома никуда не хочется выходить. У меня ответственное задание пойти купить сантехническую нить, потом кран с нижней резьбой для стиралки. Я на самом деле сделала скриншоты там все и так далее, чтобы не запутаться. И резинку для слива 50-ку, уплотнитель. Какой-то. Короче, иду на рынок, у нас здесь недалеко. Думала сейчас пройтись пешочком. Думаю, ну хорошо ж ходить, 10 тысяч шагов надо нахаживать. И в итоге сейчас такая это вышла только на крыльцо. Меня чуть не снесло, еле до машины добралась. И подумала, что лучше на машине поеду до рынка. Вот, чтобы меня где-нибудь там не унесло по дороге. Вот, и еще я думала сегодня заехать к застройщикам, взять выписку, потому что у нас там есть общая группа по дому, и там уже пишут, что многим выписку дают, уже прописываются некоторые люди, продают там, что-то, короче, мутят все. А мне никто не звонил и не говорил, надо будет сегодня заехать к ним и спросить о моей выписке. Из ЕГРН. Сейчас же не дают свидетельство вот это, чтобы вы знали, кто не знает. Сейчас дают просто выписка, просто справка, с которой ты уже, ну, как бы это собственность является, такая выписка. Охренеть ветер просто. Я сижу в машине, и машина шатается. Нереально страшно. МЧС там ничего не передавала. Это жутко вообще. Люди идут, прям такие ветру сопротивляются. Страшно реально. Машина шатается. Видите? Ой, сколько всего. Сейчас, секунду. Теперь бы все не перепутать. Сейчас, мне нужна сантехническая нить. Одинаковая. Есть 20, 25, 50, да, ёберный ж театр, и несколько видов, да? Много делать это. Я не знаю. Сейчас я спрошу тогда. Давайте дальше, чтобы я все сразу спросила. Уплотнительная резинка для слива стиральной машинки. 50-ка. Классно. 50 на 20. Я вот первый раз взял такую. Насчет 20 не знаю. Знаю 50. И кран для стиралки. 950. С нижней резьбой. Так, кран для стиралки такой угловой. Ну да, угловой какой. Написано, угловой написали, да? Ну, они мне фотку скинули. Ну, покажите. Все, что-то нет у тебя? Такой, да? Да. А ты когда приобрел? Смотрите, по качеству. Что по качеству? Есть по качеству. Пошел. Такие есть по 400 рублей, 450, а есть хороший 600. Стоит. А покажите мне и тот, и тот. Вот так всегда. Вот вам хороший, вот вам плохой. Выбирайте. Так, вот как гармошка. Так и сказали, как гармошка. Сантехническая нить.
Понимаете, вы тоненькие. Почему? Справилась с покупкой. На, отлично. Отослала фотографии, сказали то, что нужно. Отдала 830 рублей. Вот этот краник один 600 рублей стоит. 200 рублей стоит нить. Нить стоит 200 рублей. И вот эта вот фигнюшка 30 рублей. 830 рублей получилось. Девочки, я сейчас выходила из машины, ветер такой, честно, что я боялась выходить. Я стала такая возле двери, держусь за нее и просто боюсь отпустить дверь, потому что я к ней, а меня отбрасывает. Ну, представляете, это жесть вообще на улице, какой ветер сегодня жуткий, реально все гнется. Сейчас домой зайду, прям страшно-страшно, честно говоря, выходить из дома в такую погоду. Смотрите, какой смог стоит здесь на кухне. Я не знаю, видите вы или нет. Я вижу, что как будто, знаете, тут дым. Как будто мы что-то жарили, но мы ничего не жарили. И плитку режут у нас вот там. Смотрите, в каждом углу все просто. Я в шоке. Ну да, отсюда видно достаточно. Да, и все углы вон плитку режут. Вот здесь вот на этой штуке. Так оно даже сюда заходит, понимаете? Реально я вот смотрю, все в этой пыли. Да хорошо, что мы выбрали балкон. Офигеть, даже вот наверху, видите, то, что я красила, это белое, а не бежевое. Это все вот от плитки летит. Ёшкин кот. Потому ее надо заканчивать быстрее. И все. Даже вот у меня колонка, видите, в комнате. И вот это все, это пыль за один день. Сейчас, кстати, с 3 до где-то 7, до 8 обычно лекция длится. Я не смогла поехать в Москву. Вот мой учитель, Ламао Ленидал. И я вот так смотрю стриминг. Три или четыре дня подряд. Вот. Так что можно получать поучение даже на расстоянии. И большое спасибо вообще, что это возможно в наше время. Вот. Стриминг. Это официальный сайт. Diamond Way, буддизм. Вот прямой эфир. Именно вот этого человека, именно этого учителя я встретила в 2007 году в Москве возле буддийского центра. Ну, не случайно, я пришла туда, и как раз так совпали условия, такие редкие, что мы и пересеклись в этот же день, когда я пришла в буддийский центр. Хотя лама 2 раза в год только приезжает в Россию, а бывает и 1 раз в год. Представляете, какая удача, что я в тот день пришла, когда и он прилетел. И этот человек в тот день что-то затронул во мне своей реакцией на меня вообще, неожиданной для меня. И с тех пор вот он стал моим учителем уже больше 10 лет. Всем доброе утро. Мы проснулись. Кто спрашивал в Инстаграме, что Данька смотрит и повторяет, это Чучува мультик. Это его любимый мультик. Мы проснулись. Вот вижу то, что я вижу утром. Кстати, вот это чайник рабочих. Смотрите, ну как у нас, только весь рабочий. Вот. Сегодня рабочих не будет у нас. Это тоже их там кружки, кофе осталось. Вот эту вот картину я вижу вот это вот все время, понимаете, с утра. 10 000 подписчиков! Ура! Да? Да! Поздравляю! Видишь, как 10-10. Ну супер, поздравляйте. Ура, ура, уже даже кто-то написал. 10 000 подписчиков, ура. Спасибо большое. И это, спасибо большое. Скоро будет конкурс. Мама очень ждала этих 10 000. Сейчас это еще более активно начала вести. Снимает влоги, все, что происходит тут у нас. То, что я не снимаю. Мама в таком виде проснулась только и вообще еще не расчесывает. Вообще хочу сказать, у меня от этой пыли, которая вчера летела, волосы как проволока стали. Их надо мыть. Хорошо, что нам ванну подсоединили, теперь можно было. Да, можно помыть. Да, пыли вообще просто очень много. Даже несмотря на то, что все делали там. Вот, пыль, пожалуйста. Вот, прямо на пальце, видите? Пылюка. И нужно будет все это дело, ну, как бы мыть. Ну, у нас здесь в основном все в этих. Детское надо будет помыть потом. Ну, когда закончит ванну, уже все сделаем. Так, у меня тут мусор в руке. Хотела его выбросить. Встаю утром, делаю кофе. Кстати, меня много людей поправляли. Байт. Типа кофе называется не бите, а байт. А я его почему-то называю бите, и все. Бите. Правильно, бите или байт. Я, честно говоря, абсолютно не знаю, поэтому буду называть так, как я называю, потому что я не знаю, как правильно. Вообще читается байт, да, типа кусочек. Take
Take a bite. Take a bite. Возьми кусочек. Наверное, так. Ой, не знаю. Не знаю, мне что-то бите да бите. Так как-то созвучнее, что ли. Вкусная, кстати, соевая с ванилью. Вот это вот мне очень нравится. Включаю, сразу встаю. У меня здесь кофе остается. Кстати, я его делаю сразу на 2 дня. Я не знаю, можно так или нет, но я пью вот так кофе. Включаю сразу его, наливаю себе молочка, грею в микроволновочке. И пью с утра кофе очень быренько-быренько. Вот так молока наливаю где-то, почти половину. И отправляю сюда. Ставлю на минуту. Кстати, что у нас? Вот видите, свет озаряет, и как будто это. А это северная сторона у нас. Идет отсвет от окон. Кстати, вот я вещи уже вчера доставала, разбирала. Видите, чуть-чуть освободила здесь такую полянку. Вещи разбирала с магазина. Спасибо, кстати, вам большое за ваши заказы. После того, как вышло мое видео, где я говорю... Распродажа в моем магазине, заходите, смотрите, очень много заказов поступило, я все, короче, подоставала уже, вот формирую заказики здесь, так что если кому-то еще что-то нужно, вот смотрите, эти рюкзаки по 350 рублей, разные, разнообразные, разных цветов красивых, с двойными пайетками, этот не с двойной, но он сам по себе прикольненький, такой черно-серебряный, такие беленькие, красивые, зеленые, разноцветные. Вообще красиво вот этот вот цвет. Он с одной стороны черный, вот такой весь, а с другой стороны вот такой. По 350 рублей всего. Я их за сколько покупала, за столько и отдаю сейчас. Вот. В общем, еще много-много всего. Спасибо, что выручаете и заказываете. И заказываете у меня в магазине вещи. Потому что реально это сейчас мне очень сильно помогает. Вот, все, сейчас кофе попью, проснусь, и потом будем думать, что делать. Сегодня воскресенье, я не знаю, с малым, может быть, куда-нибудь сгонять. Мама простыла, я сама простыла. Но она бы, может, дома отдохнула чуть-чуть, а мы бы с малым полазили где-нибудь в торговом центре. Надо еще брату позвонить, спросить, что они делают. Ну что, мои хорошие, иду мыть голову, моя первая помывка головы. Так, мыльнорылки. Мыльнорылки вот здесь вот будут стоять. Да? А? Включаем водичку. Я буду, наверное, под душем мыться. Хотя вот так вот удобно было бы. А, вот так удобно. Чуть-чуть повернула. А, и душ потек. А мы вот так его сделаем. Все. О. Сейчас теплая вода пойдет. Буду мыть голову, покажу вам, как я это делать буду. Так, надеюсь, экран тут не зацеплю. Блин, такое наслаждение, честно говоря, вот трогать вот этот кран. Вот так, чуть-чуть подвину. Голову переверну, потому что у нас нет двери еще здесь. Мама свидетель. Сейчас я хочу горячую воду настроить. Ой, мама полотенце не взяла. Где ты возьми? Нету полотенца. Мама, найди, пожалуйста. Нету, не шкаф, где ты полотенце. Ну поищи, пока я мокрая. Пойду на скаф, полотенце. Ё-моё. Я так хотела голову помыть скорее. Что это? Пошли. Пойдем полотенце пока. Ой, как быстро ты нашла. А ты говоришь, не знаю, где. Даже не взяла. Вот и все. Слушайте, очень даже удобненько. Такой водопад, набор хороший. И удобно, что вот так раз. И все. О, супер. Так, прячем волосы. И потом уже я чуть-чуть помоюсь. Вам это показывать уже не буду. Просто от того, что нет у нас сейчас дверей, здесь холодно будет, поэтому это надо делать отдельно. Отдельно мыть голову, отдельно, вы поняли. Что тут, кушаете? Ну, если он будет кушать немножко. Бабушка на пару поставила у нас что? Там с овощами. Привет. Тетя, какая лапа забыла.
Включилось, оно все работает там. Ну ладно. Ты давай садись, ешь картошку. Башка, картошку с чем ты ешь? День, садись. Картошка, тут индейка. Картошка с индейкой, иди ешь. Иди ешь, ухо. Ты воду поставь погорить. Так, ну что, наше с мамой мытье головы увенчалось успешно. Я не стала сильно там укладывать что-то, просто посушила. Волосы после горячих ножниц шикарные, поэтому просто посушила. И вот они красиво у меня лежат. Мама тоже с причесоном. А я укладывалась вслепую. Вслепую укладывалась. Как получилось, так и ложилась. Красота. Мама приготовила на пару рыбку. Там, ну и на пару всякие овощи. Деньки постелила, потому что мне не нравится, он все равно босиком выходит на пол, и тут грязно, и мало того, что грязно, и холодно, и вообще, короче. Я ему постелила, вот он сидит, играет. Он достал, ты жопа малая. Это ему давно-давно подарили, короче, это пластилин такой. Да? И он это открывает, ты понимаешь, жопа какая? Пока мальчик. Открываете, ага, сам открывай. Один открыл, на, открывай второй. Короче, этот коврик можно будет выбросить потом. Коврик для балкона, но выбросить его зачем? Ну, мне ручки давай, моторику развивай. Ну что, я покушала, пока я кушала. Вот, смотрите. Мы открыли все, да? Все перемешали. Вот так вот, да, у нас такая каша-малаша получилась. Теперь Денечка раскладывает все по... да, теперь смесь эту раскладывает по ячейкам. Раскладываем, зайчик. Все вот в этой фигне. Но у тебя есть хорошая возможность, зайчик, как раз пока у нас тут все такое, пока еще предстоит убирать. Как следует, можешь позабавиться вот этой ерундой. Мама долго сопротивлялась, но я все равно это сделала. Я взяла и заклеила просто пленкой нашу вытяжку, потому что отсюда дует, мама моет посуду и говорит, мне дует, здесь так дует. Сегодня не дует, ветра нету. Вчера такой ветер жесткий был, и позавчера, и вообще как бы прохладно. И еще я вот решила тоже здесь закрыть. Вот. Завтра придут рабочие, конечно, мы откроем, пока они будут работать. Но вот мне кажется, что уже наберется очень много тепла. У нас всего две вытяжки, мама, эти? Да. Ну что, вышла я из дома. Везу заказики девочки с Ростова. Очень много заказов. Так что я сегодня уже буду, наверное, все запаковывать, запечатывать, писать адреса. А завтра по-быстрому на почту. Сегодня уже ветра нету, благодать, красота. Вот. И я смотрю, что у меня, блин, памяти осталось немного. Вот на этой камере хорошо, что там написано, сколько минут я еще могу снимать. Короче, на 50 минут у меня осталось. А я хотела к вам зайти и поснимать в Хофф, может, или в Икеа. Я собираюсь сейчас в Мигу поехать. Ладно, будем смотреть, что на что хватит. Так, ну что, кошечки, купили у меня костюмчик, купили у меня набор помад. Хорошо. Так, а сейчас мы едем в магазин, мне надо кое-какие продукты по списку купить, мама сказала. И, возможно, тогда мы зайдем с вами в Икею, давайте снимем что-нибудь, ой, я потолок снимаю. Снимем что-нибудь из Икеи, что вообще мне нравится, покажу вам спальню, кто еще не видел, какую я хочу, под какую я все буду делать. И мы прям пойдем, знаете, не по продуктам отдельным, что там продают, а именно по готовым, да, вот этим вот. Какая кухня, я вам покажу, какая мне нравится, что бы я хотела больше. Может, у вас какие-то будут рекомендации, советы, где можно такую кухню купить подешевле. Вот. Ну, я скажу, что именно я хочу, чего я именно не хочу, на примерах, да, там, спальни, кухни и все такое. Но вообще в Икее много чего, что я хочу, так что я бы в Икее сегодня заехала. Ну, мы едем в Мегу. Да, мы едем в Мегу, только это влог у меня. Во влоге я это снимать не буду. У меня будет отдельное видео о поход по Икее. И мы там с вами посмотрим. На главном моем канале, да, здесь сделаю поход в Икее. Да, потому что на главном канале в прямом эфире меня просили об этом. Да, сделаю здесь отдельное видео. Так что подъеду к Икее и начну снимать отдельное видео. Хотела было ехать в Мегу, снимать вам видео отдельно по Икее, да, и какие-то продукты купить. Но позвонил электрик, а мы его, кстати, ждали. И он нам делает сейчас розетки и подсушилку там все. Вот. Но это я уже покажу все потом. Завтра ребята придут доделывать все. Электрик вот пришел как раз подготовить все к ребятам. Вот, так что ванна будет полностью готова завтра. Держим кулачки. Та-дадим!
Чумазита! Смотрите, какая чумазита. Первый раз купается в новой ванне. Ручку подставляет. А так. Класс, да? Вот, короче, вещи пока так поставила. А, розетки нам сделали сегодня. Так, что еще? Ну все. А, закрыла, чтобы холодно не было. Закрыла. Сейчас наберется тепло, думаю. Так что Денька тоже у нас ванну первую вообще пробует. Денька после купания. Никакая жопа прячется тут все время. Мы еще это только в полотенце вот так вот, и он все время залазит и прячется под одеяло. Рыбка маленькая. Ну и что? Искупался? Жопчик сладкий маленький маме. Искупался? Искупался. Скажи привет всем. Привет. Всем привет. Всем привет. А ты будешь блогером, спрашивают, кстати, многие. Что ты, Ноки? Ты будешь блогером? Окей. Скажи, буду блогер. Покей. Блогер. Покей. Блогер. Покей. Блогер. Покей. Блогер. Покей. Да не покей, а блогер. Покей. А скажи р. Р. Скажи л. У. 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну скажи. Скажи. Язык вытащи. Вот так сделай. А язык вытащи. Ты моя обезьяна. Так, ну что, мы искупались. Я тоже сполоснулась. Сейчас я буду делать чаек и планировать снять где-то фикс прайс. Накупила кучу всего, надо снимать фикс прайс. Вам видео скоро будет. И также завтра должны прийти к нам рабочие и уже доделать нам ванну. Вот, и что по поводу ванны. Ага, где я буду снимать? Я вообще планировала... Такой бардак у нас здесь, как всегда. Ой. Ну ничего, я набралась терпения. На самом деле, я не люблю, когда вот так все валяется. И вот так все, ну, не заправлено. Вот так все, знаете, это грязь. Вот это я не люблю. Я в таких условиях долго существовать не смогу. Но я набралась терпения, если честно, к тому, что, ну, как бы просто дни не простаиваются. Что-нибудь, да, делается. И что-то разбирается каждый раз. С каждой прибыли, с каждой зарплаты, с каждых любых денег. В общем, я думала, что вот там я сяду просто на фоне белой стены и могу вам показать фикс прайс. Либо я подумала, ну а что, вот мое рабочее место, уберу просто вот эти провода, сяду здесь, свет поставлю, тут уже как бы все на готове, разложу пакеты, наверное, здесь и сниму, как-то уже прямой эфир здесь сняла, может даже поставлю что-нибудь на фон, найду, хотя, честно говоря, ничего не хочется вытаскивать на самом деле. Я бы на фон такая ничего бы, наверное, и не ставила. Здесь мои вещи, вот, которые быстро-быстро ношу. Покупки, кстати, будут скоро. Костюмчик новый у меня классный. В общем, висят прикольные покупки, там покажу. В общем, пойдемте пить чай. Сейчас я с вами вечер вот проведу. И уже когда пойду снимать, я, честно говоря, уже это... А, кстати, смотрите. А, я показывала, да? Просто повесила покрывало, и намного теплее стало там. Правда. Нам вот электрику, видите, вот это вот. Но он пока некрасивенько сделал все. Он придет просто еще потом ставить нам полотенцесушитель, и он все сделает. Мы уже примерно прикинули, что где будет. Он уже нам примерно посчитал, сколько будет стоить электрика. Работы здесь, конечно, не пощад и край, честно. У нас тут просто будет все штраблено. Поэтому я еще не хочу ничего доставать, потому что я понимаю, что все еще будет в пыли и так далее. Нам нужно прям, знаете, одно за другим, что вперед сделать. Как что сделать, вот, и вот этот вот момент. Так, ладно, давайте, надо попить чаю и съесть сладюшку какую-то. Денька вот картошку не захотел есть. Чайник закипел, да, мамуль? Да. Так, я возьму вот эту вот. Я всегда завариваю по 300 тысяч раз чай, поэтому в моем доме пакетики вот это вот лежать, это нормально.
А иначе это просто, ну, перевод девчонки денег просто реально. Если просто я так макаю пакетик, знаете, раз-два и выкинула. Ну, это реально просто деньги на ветер. Денька, я яблоко съела у нас сейчас. Еще не голодный, весь чистенький. Я счастлива. Ребенок чистенький, и чувствую, что прям я как будто искупалась. Я думаю, что это не с одной у меня так работает. Мама выкладывает видос. Какой видос выкладываешь? О чем там? Штукатурка отвалилась, называется. Штукатурка отвалилась? То есть ты им все покажешь уже до того, как я видео, блин, сниму? Да, наверное. Ну ладно, у мамы можете посмотреть, как отваливалась у нас штукатурка. Как а тебя не было, когда это снимали? Убирали. Ну ты же мне присылала видео. Да. Ну там немножко. На ссылочку на маму оставлю под видео, видите, она быстрее меня некоторые события выкладывает на свой канал. Ты уже опубликовала, да? Да, сейчас только. Ну вот у меня влог тоже завтра выйдет, и как раз перейдут к тебе завтра, посмотрят, как отвалилась штукатурка. Так, холодную водичку надо. Разбавляем. А, я же лимон не купила еще, блин. Мы все простывшие, лимон прям вообще нужен. Ну что, мои хорошие? Уложила малого. Сформировала заказы. Так что завтра с утра у меня уже большой день. И я, наверное, буду заканчивать влог. Он достаточно насыщенный. 3 дня почти я сняла. Выходные. Выходные, да, сняла. Завтра поеду с утра. Малого отвезу в садик. Отправлю посылки с утра, чтобы их уже в понедельник забрали. И начали в сортировочный центр, в общем, чтобы их забрали уже. Также надо с утра мне еще успеть снять видео до того, как придут рабочие, потому что завтра они целый день будут работать, а потом уже Денька с садика придет, и опять мне некогда будет снимать видео. Надо постараться сделать это с утра. Ну, еще пока голова чистая. Вот. Завтра, если будет готова ванна и все, то тогда... А, во вторник придет электрик и доделает полотенцесушитель. То тогда где-то в середине недели уже, возможно, будет видео о моей ванне и туалете, в общем, как с самого начала, как оно все было. В общем, ждите, мои хорошие, впереди много интересного. Также шопинг-влог IKEA. Рассказывала уже, что как. Все полезные ссылки под видео. В общем, люблю вас, целую, прощаюсь до следующего видео. Оставайтесь со мной и пока-пока.